Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки Электрика». Сегодня хочу вам показать в таком небольшом видео из раздела «Ретро». В общем, это ретро-переключатель с первой секции на вторую секцию на напряжение 500 вольт. Вот имеется вот такой диск. Диск связан с тягой, такая вот P-образная тяга, которая через текстолитовую прокладку присоединены силовые ножи, то есть ножи разъединителя или рубильника, кому как удобнее. Сама вот эта вот панель выполнена из дерева, так сказать, из диэлектрического материала. И вот видите, вон губки, вот эти вот губки ножей разъединителя через отверстие вынесены вот сюда вот наружу, в этот кабельный отсек, куда уже подключаются непосредственно кабели. Вот такая вот незамысловатая конструкция. Видите, вот точка. То есть замкнут на вторую секцию, соответственно, ножи замкнуты с середины на левую сторону, то есть на питающий кабель со второй секции. Чтобы переключиться на первую секцию, на питающий кабель первой секции, необходимо сюда вставить рукоятку, повернуть диск, соответственно, вот с этой рамой, и ножи у нас переключатся на правую сторону, на первую секцию. Вот такой вот ретро-переключатель, ретро-механизм еще встречается на предприятиях, еще встречается на подстанциях нашего предприятия. Если вам в дальнейшем интересно смотреть видеоролики про такие вот ретро-механизмы, ретро-устройства и прочее ретро-электрооборудование, то пишите об этом в комментариях, дайте мне об этом знать, потому что еще много интересных, подобных и интересных переключателей, реле, приборов, то есть ретро-электрооборудования я могу вам показать. Ну, на этом, пожалуй, все. Вот такое вот небольшое видео. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. И с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта «Заметки Электрика».